Михаил Шуфутинский впервые за 53 года повидался с первой супругой. О первом браке Шуфутинского известно мало. Он женился в 19 лет и быстро развелся. С экс-супругой певец расстался мирно, однако общение с ней поддерживать не стал. Впервые за долгое время музыкант увиделся с бывшей женой и узнал, как сложилась ее судьба. Михаил Шуфутинский прожил с первой женой Татьяной Ростовой всего 4 месяца. По словам певца, он расстался с бывшей избранницей без ссор и скандалов. «Мы учились вместе, вопреки всем решили обязательно пожениться. Все взрослые и родители говорили, не нужно жениться, чтобы делать это, можно и так. Но мы были настроены против всех, у нас был прекрасный роман. Она была замечательной, а я был не так хорош, как хотелось бы. Поэтому брак быстро распался. С тех пор с ней никогда не встречался», — заявил артист в программе «Привет, Андрей» канала «Россия-1». Лишь спустя 53 года музыкант увиделся с экс-женой. Оказалось, Татьяна до сих пор хранит фотографии Шуфутинского. Татьяна с улыбкой вспоминает брак с певцом. По ее словам, о замужестве у нее остались только хорошие воспоминания. «Это память о добром человеке. Мы не ссорились с ним, я этого не помню. Но вскоре разъехались, разводиться пошли мирно и спокойно. Про Мишу и слова плохого сказать не могу. Он добрый, ласковый, заботливый. Я ни о чем не жалею», — подчеркнула первая жена Михаила Захаровича.